И снова здравствуйте. Да, штатив с предыдущего видео мне очень даже подошел. То есть я могу теперь делать вот такие вот вещи. Там, да, влево, вправо сдвигать. Могу чуть выше, могу чуть ниже. Удобная достаточно штука. Ну да и ладно. Давайте распаковывать дальше. Да, это же зажигалка. Да, то есть задача какая? Мы сюда заливаем немножко бензинчика. Ну, знаете, там даже уже немножко залито. Как они это отправили почтой, не знаю. По идее, воспламеняющей жидкости нельзя посылать. Значит, что у нас есть? У нас есть железочка, да, и есть кремний. И когда делаешь вот так, да, происходит появление искр, и она зажигается. Сколько она будет гореть, ну, не скажу, да, то есть, вот пока вот не выгорят вот эти вот тряпочки, возможно, их можно вынимать, то есть, вот зажигалка сразу с бензином. Влага ей безразлична, потому что искры все равно будут выскакивать, можно повесить на брелочек, у вас всегда будет с собой зажигалка. Вполне не сильно много весит, можно взять ее с собой в поход, либо на рыбалку. Значит, смотрим дальше. Это пропавшие конструкторы, которые у меня почему-то вот отсутствовали, да, и вот почта их чуть обратно не отправила. Чуть обратно не отправила, значит, смотрите, вот помят край, на самом деле самому конструктору ничего не произошло. Значит, что это такое? В предыдущих видео я их распаковывал, но, к сожалению, собирать так вот у меня руки не дошли. Значит, есть очень много разных серий, то есть, вот, например, серия «Звездные войны», либо там, скажем, корабль. Здесь вообще непонятно, что, опять же, да, серия «Звездных войн». Ребят, очень-очень занятная штука, да, то есть из двух, одной, двух, либо трех пластин, в зависимости от того, что находится внутри. А там все это дело вырезано, вы вынимаете, сгибаете по-разному, разнообразному, да, и в итоге у вас получается модель не особо большого размера. Очень рекомендую брать вот а-ля вот такого инструмента, да, загнутого, тоненького, чтобы вот можно было с этим работать. Хотя, наверное, даже ссылки положу на инструмент, подходящий для них. Вот без инструмента лучше не начинать, иначе вот не понравится вам это. Давайте дальше. Ох, как говорится, жилет лучше для мужчины нет, но если на дворе наступил кризис, то можно взять вот такую бритву. Видите, здесь ничего не написано. Она очень похожа на жилетовскую. Ну, единственное, конечно, по качеству может быть чуть похуже. Я давно жилет в руках не держал. Я пользуюсь другими бритвами. Как бы, по-моему, вот один в один. Один в один, как жилет, только ну, нету надписи, и, соответственно, стоит это прям вот в разы дешевле. Насколько хорошо они будут брить, сложный вопрос, но, скорее всего, хорошо. Вот. Может быть, конечно, поменьше, чем жилетовская. Ну, зато дешево. Очень дешево. Хотя, может, даже побреюсь, потом скажу, как оно на самом деле. А если вы начинаете экономить, пытаться, да, там заменять какие-то стандартные вещи более дешевыми, посмотрите предыдущие обзоры, там у меня еще есть насадки на электрические зубные щетки. Вот. Вот теперь пришла бритва. Наверное, надо подборочку сделать для тех, кто хочет сэкономить. Сколько они их там понаупаковывали-то? Вот такая вот металлическая пластина, вполне возможно даже нержавейка, достаточно толстая, достаточно тяжелая. Единственное, чего не хватает для нее, это, наверное, дырочки, чтобы можно было носить на ключах. Да, то есть это, видите, вот как бы специальная подцепа, это открывашка для бутылок. То есть мы берем бутылку, да, и открываем этой картой. Стоит относительно недорого, насколько вот краска продержится, не знаю, да, вполне симпатичный аксессуар, почему бы нет, края
Нет, не острые, ну, наверное, можно было бы, конечно, и подзавальцевать на самом деле вот эти края, было бы, наверное, совсем хорошо, они вот не завальцованы. Для тех, кто любит покер, можно сделать приятный подарок. Итак, значит, в предыдущем видео я делал распаковку, даже надевал, сравнил надевание на пульт с контрацептивом, и там мне даже дизлайк за это поставили, сказали, очень плохо такие слова произносить, поэтому я их повторять не буду. Надеюсь, что вы поставите лайк. Значит, что из себя представляет вот этот силиконовый чехол? Он светится в темноте, зеленоватым таким оттенком, то есть, если вы вечером будете искать пульт, он будет более заметен. Налезает на большие пульты, надо или нет, ну, вот сложный вопрос, на самом деле. Я брал от ребенка, но пульт, когда находится здесь, ребенок сует в рот, ну, тут слюни собираются, ну, стало, по-моему, еще хуже. Ну, если вы хотите пульт хранить в упаковке, ну, пожалуйста, выбирайте либо такой силиконовый, либо в предыдущем видео посмотрите, там у меня еще есть пленки, термоусадочные пленки, которые нагреваешь феном, и любой пульт можно туда спрятать. Достаточно часто я заказываю такие фонарики. Есть кому мне их отдавать, да, человек прям вот пачками они у него уходят, раздает он их там коллегам по работе. Очень полезная вещь. Значит, чем она полезна? Снизу, видите, у нас находится магнит, и сверху у нас опять-таки находится магнит. То есть это фонарик. Вот видите, он светит. То есть внутри сразу есть батарейки. Если батареек нету, то я положу ссылку на батарейки, дешевые батарейки можно взять. Значит, вот так вот он у нас достаточно сильно. О, представим, что-нибудь там вот у нас завалилось. Да, вот взяли. Оп. И к себе подтянули. Ну, либо там подсветили какой-нибудь там сложно доступное место. Очень полезная вещь, особенно если вы любите поковыряться с автомобилем под капотом, да, оно будет практически незаменимо. Телескопический фонарь, да, с гнущейся головкой, стоит там что-то в районе 240, если не ошибаюсь, рублей, да, есть держалка, можно его повесить. Едем дальше. Итак, значит, здесь у нас для ключей, как это сказать, брелки, не брелки, которые можно подписывать, они мне были бы полезны, да, я их заказал, зеленых больше, чем всех остальных, качество вполне нормальное, да, то есть, почему бы нет, на это я пожаловаться не могу, качество очень даже, продаются они по 10 штук, стоят там, не совсем помню сколько, но вполне недорого. Значит, вот это я брал посмотреть, насколько оно будет хорошо в ванной висеть. Это там разные задницы были, я взял задницы утенка. Вот такая вот присосочка, мы ее вешаем, скажем, в ванной и используем как крючочек. Динозаврик, по-моему, был, или крокодильчик. Ну, зайдите по ссылке, посмотрите, что еще есть в продаже. Ну, не знаю, насколько хорошая будет присоска, но, наверное, крючочек, чем не сильно тяжелым, он удержит. И изюминка этой посылки взял так посмотреть. То есть, вот анатомически, да, здесь вот можете увидеть то, что если женщина прислонит вот эту вот штучку, она сможет сходить в туалет, как мужчина, стоя. Да, то есть вот такая вот что-то такое между силиконом и пластиком, такое усредненное, да, и таким вот образом все это дело у нас женщина к себе прислоняет и ходит в туалет. Для чего это может быть нужно? Ну, это может пригодиться, например, вот пробка какая-нибудь безумная, да, в машине в туалет сходить. Женщина же не сможет в бутылку, как мужчина, это сделать. Да, до следующей заправки этот километр можно ехать час. Да, ну, взяли, достали на заднее сиденье с тонированными стеклами, ушли, в бутылку сходили, как мужчины делают. Ну и поехали дальше. Ну, еще какие-то некоторые места, где не совсем удобно присаживаться. Ну, вот стоя, взял, сходил. Ну, может быть, захотелось подняться и с крыши какого-нибудь дома на весь этот мир сходить по-маленькому, да, как
Вот. Ну, стоит, опять же, там не сильно дорого, вполне возможно, выручит кого-то, стоя в пробке. Засим все. Надеюсь, видео я это смогу поурезать. Вопросы какие-то появились, оставляйте комментарии. Понравилось, поставьте лайк. Поделитесь этим видео с вашими знакомыми, может быть, кому-нибудь что-то из этого будет полезно, они это решат купить, обзором поможет. Ну, подписывайтесь на видео, чтобы увидеть следующие распаковки. Засим все, всем всего, до скорых встреч!